Всем привет, меня зовут Лиза, вы на моем канале. И сегодня вторая часть «Ты русифицированный итальянец, если...» Ты русифицированный итальянец, если не свистишь дом, ведь это не к добру. Ты знаешь, что в Великой Отечественной войне победил Советский Союз, а не американцы. Ты знаешь, где находится Беларусь, Украина и Казахстан. Ты пунктуален, а если опаздываешь, предупреждаешь. Ты не ходишь в гости без звонка и предупреждения даже к самым близким друзьям и родственникам. Твоя любимая книга «Мастера Маргарита». Убираешь пустую бутылку со стола и в ресторане тоже. Соблюдаешь примету посидеть на дорожку. Празднуешь Новый год больше, чем Рождество. Смотришь футбол, русская команда забивает гол, и ты говоришь: «О, наши выигрывают!» Еще такая ситуация. Утро, просыпаешься, слушаешь прогноз погоды по радио. Говорят, минус 3 градуса, снег. И ты думаешь: отличная погода для прогулки. На этом вторая часть окончена. Поддержите меня лайком, а если вы еще не посмотрели первую часть, то переходите по ссылочке в конце видео. А, еще нажмите на красную кнопочку, а теперь на колокольчик, чтобы вы были в курсе всех моих новых видео. Пока, до следующего видео.